Всем-всем привет, с вами Кейн и Немкот. Всем привет. И сегодня мы продолжаем проходить Gears of War. Как бы это ни было странно. У меня в предыдущей части запись остановилась на том месте, где чудище это выбегает. Не знаю, она сейчас выбежит, да? Да, она сейчас выбежит, и поэтому проспойлерил маленько. Ну, в общем, я думаю, это уже почти финал игры. Нам осталось совсем немного. В этом поезде где-то бомба, где-то впереди. А поезд-то длинный, слушай. Ну ладно. Ну, сейчас у нас другая проблема. Кто рискнет, кто нажмет на кнопку. Давай, смотри, ты помнишь, да, что делать? Нужно бежать на другой вагон, там его оставлять. Тут мне арбалет не поможет. На автоматик. Отвлекать его на себя. Такая тварь. Да вообще, я чуть не понял, что они там везли-то в этих ящиках. Какие-то макароны. Ой, как он топает. Да не, наверное, это стрип бежит как, а? Эти, наверное, то есть сечение тут, типа нефти, там, фигни тут светлые везут, наверное. Импульсию, что ли, имеешь? Ну, может быть. Так, кто его туда погонит? Ты? Вместе погнали, он же за обоими так. Он бежит за тем, кто стреляет по нему. Сейчас заманим, кнопку нажмешь. Давай, иди сюда, тварь. О! Блин, не успел. Началось веселье. Так, ладно, погнали. Ты можешь время, кстати, засечь? У тебя есть часы под рукой просто? Не, у меня нету. Так, ладно. Так, ну покажи мне на кнопку, то сюда. Сейчас ролик будет опять этот. Тебе вот раз пропущу. Так. Запрыгнул, да, наверное, бежал за нами, за поездом. Да. Так, ладно. Пошли. Так, давай ты будешь вот разжать на кнопку, только не жми, пока я не буду на нашей платформе, иначе не получится. А, ты решил все-таки его манивать? Ладно. Ну, не знаю, я просто здесь. Давай, мани его к себе. Так. Он еще здесь. А я тут сам не останусь с ним. Давай беги ко мне, беги. Пока, придурок. Хрен ты, Стлантус. Он здесь, он с нами, слышь? А, как это? Почему? Он прибежал. Я что-то даже не видел, что он там как-то бежал. Блин, бред. Решил такой выпендриться, пока, придурок. Я реально видел, как он выпрыгнул. Опять лаги. Давай, иди сюда. Нос. Че в той бочке, которая так опасна, мы так и не поняли в итоге. Мне кажется, мы сейчас поймем это. Так, давай, иди сюда. Так, давай. Да, ну ты чё? Блин. Да я вроде отпрыгнул. Уже был далеко, как он задел, не знаю. Так, бред. Ладно, ты нажимаешь так на кнопку, я его маню. Давай так. Это колеса, что ли, такие? Да, точно, это колеса. Только заметил. А, что-то на зеленую кнопку нажать надо, что там, блин, забыли. Можешь отсоединить, подожди, можешь сразу отсоединить его? А, не, нельзя. Ну, давай нажимай, я буду отсоединять. Давай, жми там кнопку. Я тут стою, потому что. Смотри, что он тебя там не убил, пока бежит. Далеко он там? Он еще не появился. Are you kidding me?
Блин, не могу нажать то, что он сидит на этом. Он пробежал тебе. Стреляй там в него, если что. Все, давай сюда. Он смотрел, сейчас запрыгнет сюда. А, нет, улетел. Он у меня упал опять. Улетел, теперь улетел, да. Ну то походу глюк был, короче, наверное. Так. Оо. Это еще хуже, поверь. Фига себе. Они летают. Дверь открыта, быстро туда. Валим, 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 короче. Беги. Ты бежишь там? Да, за тобой. Фух. Свалили. Тут жетоны, смотри, сзади тебя. Отлично. Такой поезд, конечно, прям. На, тут стрелки. Отлично, аж по ним соскучился после всех этих берсекеров и прочего говна. Согласен. Так. А, Сокон, смотри. Точно, точно сидят. Да осторожен тут быть. Спрячь за сиденье. Так. Вон они в том окне. Блин, гранат нет. Так, этот готов. О, патрончики. Отлично. Просто великолепно. Даже не высовывайся. Да, 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 да. Он светится, осторожно. Сейчас взорвется. Пускай взрывается. Да, он готов. Смотри, там они сбоку. Ага. Там снайпер где-то. Не стреляет, попадает неплохо так. О, нет. Они отстали. Вот офигеть, у него его, да? Ты сранча. Ага. Они такие штурмовые. Так. О, они, кажется, там начали по нам палить этим уже. До крыши. Так, тут еще жетончики. Тут, смотри, что тут есть. Смотри, что тут есть. Здесь есть этот. О, арбалетик. Да. Так, секунду, что-то у меня громко. Секунду, секунду, секунду. А, все нормально. Это музыка идем просто так. Пошли за эти, за пулемета быстренько. Ползу. Он что-то не хочет меня ползти. О. Так, ну. Будем палить тогда. А я тут уже воюю. Есть, одного сделал. Я тоже одного сделал. Это самая уродливая штуковина из всех, которых я видел, говорит Маркс. Офигеть. Он, наверное, он еще не видел, что будет во второй и в третьей. Мы на них будем летать, если маленький такой спойлер. Во второй части. Да.
И это очень жестоко. Так-то неплохо. Насекомые, да, такие огромные твари. Ненавижу насекомых. Ну, насекомыми их, конечно, уже сложно назвать, по-моему. Да, больше. Не знаю, что это. Существо такое. Ривер зовут. Ну, насекомые не обязательно маленькие. Просто выглядят так. Ну, наркос опять матерится. По крайней мере, в этом переводе. Какой плохой. Ну, это было не так-то сложно. О, туннель, что ли? Че, слазим с турели? Куда мы идем-то? Че у тебя с патронами, все нормально? А, да. Я заберу то. Эй, я упал куда-то. Ай. Как-то не падают, так как будто это проваливается. Да, он прыгает. Ты подобрал тут арбалет? Че один лежит? Вот лежит. Или у тебя полный заряд? Походу появляется вот сам по себе. О. Все рушится что-то. Дайте поезд остановить. Обезьяны, те взрываются. Отлично, обожаю. Нашел что обожать. Самые легкие противники, по-моему, в игре. Троллфейс. Да, так с вагоном вспомнил. Да, самые легкие. Так, пошли дальше. Наша задача не дать поезду остановиться. Это как бы это странно не звучало. Идут опять. Здесь много их. Не взрывайся возле меня, не надо. Как там, чисто? Более-менее. Не, здесь грязно, конечно, но обезьян нет. А нет, есть. О-о. Грабители, а эти? Грабители, они их перевели как грабители. Ага. О, нет, здесь. Сейчас я их сделаю с арбалета. Ого! Спасибо. Это что, умер? Нет, а ты рядом со мной был? Я не знаю. Странно. Возле меня был этот стрелок с арбалета, который пальнул. Меня и убил. Погнали. Погнали. Я вперед, как обычно. Обезьян встречает всех. Хорошая идея. Их, по-моему, называют только не обезьяны, это твари просто. Ну, хотя наше название мне больше нравится. Да, как-то больше подходит. Блин, она ко мне пришла. Вообще я не вижу, где она, вот она. Все это. Так, сейчас я буду с этих с арбалетов валить. Готов один. Делаешь? А, ты этого. Это. Я их снял. Так, ну знаешь, вот здесь будет большая беда, иди сюда. Встань вот здесь, вот сюда вот сядь, укрытие. Сел? Угу. Не арбалет взять? Все, справились, я убил.
прошлый раз он меня взорвал. Гад. Понятно. А если ничего нету, кроме патронов. Ладно. Ладно, зря мы только сходили сюда. Ну хотя бы там в стиле, в принципе. Это уже что-то. Кнопочка это не нажимается, да нет. А, я уже и нажал, я с этого. Бочки какие-то были. Или цистерны, или что такое, я их спустил. А вот здесь какой-то пассажирский этот. Тут винчестер, кстати, если хочешь. У меня полные патроны. Иди сюда. Ты чё куркаешься, никого-то нет. А, ага. Понятно. Бери патроны. Вот сзади, сзади. Блин, попал прям к ним. Сзади, по-моему. Просто лопаются стекла, ха. От крика. Да уйди ты. На крыше. Сзади, да, он за тобой идет. Мри. Мри. Может нажмем на кнопку в конце концов, а то мы тут можем долго так снять. Перестреливаться. Окей. Нажал. Блин, еще умру сам, подожди. А. Да сдохни ты, сдохни. Тебе нужны патроны, да? Да. Да иди. Впереди. Да, есть обезьян много. Поднимай быстрее. Сейчас, сейчас. У нас время идет, нам надо то прорваться, кстати. Блин, иначе он отпадет. Бегом. Быстрее. Семь секунд. О, успели? Успели. Офигеть. Маркус, кончай материться, а? Не время и не место. Тушь открыл. Окей. Вау. Здесь дорога какая-то рядом, кстати, такая. Чё это такое в небе, понять не могу. Странно вообще. Может, это эти сидеры, пауки вверх пускают этих хрени, они, по-моему, летают на нас. Может быть. О, здесь есть патроны. Сдолбали телепортировать. Два раза подряд. О, это босс, да, наверное? Я не знаю даже. Мы его уже видели, кстати. Пару раз. И он с теми мухами противными. Мы его в начале игры видели, да, он убил нашего командира. Чем не арбалетом с ним? Да. Ну.
Когда я арбалетом стреляю, эти штуки от него отлетают сразу. Жесть, он живучий гад. Ага, мне 3 патрона осталось. 2. Промазал еще, зараза. Все, у меня нет арбалета больше. У меня есть гранаты. Офигеть. Ну раз он ходит медленно, давай тогда, когда он так вот впритык подойдет, надо, короче, валить. Так, подожди, не нажимай на кнопку. Да, я соберу это тут все. Мне нужны патроны, мне нужны гранаты. Все, готов, пошли. Да. Это будет жестоко, это будет сложно, это будет надолго. Надеюсь, что нет. Смотри, как он, если подходит так вот опять рядом, надо валить оттуда. А куда? Ну, за него. Мне кажется, надо его убить. Ну, попробуем, ладно. До того, как... Или стрелять только тогда, когда эти мухи отлетают от него. То есть, когда у него возле него это эти дрилы, ты твоя стрела не попадает в него. Хочешь так сказать, да? Да, наверное, его охраняют. Надо их сначала разогнать, короче. Вот сейчас они улетели. На нас, кстати. Да, точно, слушай, ты прав в том плане. Разлетели, стреляем. Странно, я стреляю в него, но сквозь него пролетают патроны. Так, гранаты в бой. Куда бежим? Куда бежим? Все, надо убегать туда. Бежим, 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 бежим. Все, здесь прячемся. Там пулемет, если я пробую за пулемет сесть. Давай. О, отлично. Супер. Больше пафоса было, чем он может. Жесть. Паразит какой, а? Крепкий был. Первый босс, да, получается? Ну как, первый. Был берсерк, считай, в сети. Не, в смысле, в первой части. А второй, наверное, другой главный босс. В третий другой. А второй мы встречаем королеву. Если быть честным. Если быть спойлерным. Да. А третий спойлерить не хочу. Че, вот что эта штука делает, я даже не знаю. Наверное, что-то взрывает. Вот в игре как-то графика красивее, чем в мультиках. Да, это почему-то не на движке игры сделали. Тут разрешение, по-моему, поменьше. Да. Ну, плохо дело. Тебе-то хорошо, ты на вертолете. Это я один тут остался. Сейчас мы тебя заберем, не волнуйся.
Говорит, вот пришло, говорит, время. В импульсе прям. И что это нам дало? Мы тебя взорвали? Или отравили? А, это ракета, видимо. Сейчас в логово отправиться к ним. К саранче. Да уж. Импульсы затапливают. Корпус рыдает. Вот только не вздумай пошутить и отпустить. Он так умеет, да? Ты его отец, типа? Нет, это полковник же Хоффман. Отца я его увидел только в третьей части, в конце. Все. Да, прям так хочется поиграть во вторую и в третью еще. Ну, если быть честным, вот сейчас я когда прошел вторая часть, в плане геймплея в 100 раз разнообразнее. Здесь мы по большей части все время ходили, отстреливались, да? Ну, это основная часть геймплея первой части, то там все гораздо разнообразнее. То там мы на машине этим там отстреливаемся, то на риверах катаемся, то на лодке там охотимся на гигантскую рыбу. Вау, ты тоже в кооперативе там проходил? Нет, я его в одиночке прошел, но в кооперативе там, в принципе, то же самое. Интересно, да, вот на этом ривере можно там кататься в конце, по-моему, прикольно. Круто. Итак, что ж, я думаю, нас можно поздравить. У меня с экрана что-то глючит конкретно. А, у меня для тут титры не пошли. Не очень хорошо будет. У меня титры пошли. Ну, в общем, нас можно поздравить с нашим удачным завершением. Нашим первым совместным кооперативным прохождением, да? Вы прошли, да! Да-да, гип-гип-ура! Проходили... А где игра еще в кооперативе с кем-то? Да, мы проходили, кстати, игру на нормальном уровне сложности. Это максимально для нас достойный, говорю. Доступный для нас, и он оказался довольно сложным, да? Да, умирали. Было как минимум 3 места, где мы постоянно дохли и дохли. И чтобы пройти, надо было реально сосредоточиться. Да, там нужно было еще очень много командной игры. То есть, мало того, что надо выработать тактику, надо еще все сделать как бы в команде. Та же миссия, не миссия, а тоже участок в театре, когда мне надо было помогать Немкоду с этими обезьянками, потому что по-другому там никак. Вылезают стрелки и просто его убивают, да? Да. Если вы любите там кооперативы и хардкоры, там советую поиграть именно вот в эту игру. Здесь реальный кооператив, да, очень хороший, командная игра, и хардкора здесь хватает вполне. Вот. Да, такого олдскульный, знаешь, хардкора, несмотря на то, что жанр фактически был новый, то есть шутер от третьего лица с укрытием и все такое, но олдскульность была еще та. И это на самом деле большой-большой плюс. Игр с такой сложностью довольно мало. Мало, я давно не играл и умирал, скорее всего, много раз, потому что я просто уже забыл, как у хардкора играется. Все игры там играешь, там F5 раз сохранился, пошел дальше, если умер, прошел еще раз то место сразу. А чтобы тут без сохранения, а только от чекпоинта до чекпоинта, это расстояние настолько сложное, что одна ошибка и все сначала проходить просто. Да, игра реально бросает вызов, то есть игроку. В кооперативе этот вызов вдвойне усилен, потому что время от времени нас делят, и там каждый сам на себя, то один умирает, то второй. Сложность многократно возрастает. И в этом году, я не знаю, только Max Payne 3, единственная, пожалуй, игра, которая была столь же сложной. Больше я не видел. Жаль, там нет кооператива. Так бы поиграли, наверное. Да.
Вполне возможно, что тоже жаль. Но для кооператива у нас еще есть много-много игр. У нас много игр в планах, поэтому я думаю, мы еще увидимся в других прохождениях кооперативных. Да? Было бы неплохо, конечно. Особенно, ну, неважно. Я тебе уже говорил, какую игру я хочу еще пройти. Да, я слышал. Потом тебе сделаю еще продолжение, как интересных игр. Но у меня идут субтитры, хоть они переведены очень коряво. Кстати, кто там в комментариях успел написать то, что, типа, скачать Steam-версию? Смысл в том, то, что в Steam этой игры нет. Вот такой вот тонкий троллинг, ага. Мы живем не только в Steam. Интернет, не только в Steam живем. Можно скачать откуда угодно. И бесплатно. В Steam это, конечно, хорошо, но этой игры почему-то там нет. Я на самом деле искал, хотел на Steam-скую версию взять, чтобы она у меня была. Но, к сожалению, нет. У тебя титры не идут? Идут титры, да, тут фотки всякие, что-то комментарии, если бы я знал, что их не... Коммент разработчиков, что ты придешь, я испек бы торт. Спасибо Epic и моей семье. Ну, это разработчики из Epic Games. Я еще ни разу не видел, чтобы игра кончалась, и фотки разработчиков, их не комментарии. Я еще даже не видел-то. Уникально. Прикольно. Так интересно посмотреть титры до конца. Кто фанат, почитать разработчиков, что они говорят. Хоть немного, но хоть как-то. Проникнуть, да? Но у меня конкретно ключит экран, поэтому мои подписчики вряд ли это почитают. Тут надо именно напрягаться, чтобы хоть что-то увидеть. Да, но у меня тоже, кстати, какая-то чушь на экране появляется. Время от времени, не знаю, чем-то связано. Ладно, в принципе, на этом мы с вами прощаемся. Мы надеемся, то, что вам понравилось это прохождение. И вы поставили довольно много лайков под каждым из видео. Да, мы на это надеемся. Не зря же мы работали, столько убили. Всю войну прошли ради хотя бы одного лайка. Да-да-да. Но, все как обычно, подписываемся на канал. Мы с вами увидимся в других прохождениях. Всем удачи и пока. Пока, до встречи.